Дамик, папа, где мое молоко? Поехали ж на машине, тут до магазина рукой подать. Наша машина! Где же ключ? Мама! Дамик! Мама, там гонится впереди ключи! Что? Я говорю, за папой гонится, мама, длинные ноги! Мама, длинные ноги? Но меня преследовал сиреноголовый! Мама, ключи у папы, бежим! Куда? В деревню! Маска Хаги-Ваги? Откуда она здесь? Не бойтесь, не бойтесь. Пап! Это я. Эта маска превратила меня в Хаги-Ваги. Как тебе удалось сбежать от мамы с длинные ноги? А за мной гнался сиреноголовый. За мной гналась мама длинные ноги. Я убежал в лес. Там случайно наступил на маску Хаги-Ваги. Так вот, я по приколу одел ее. И превратился в Хаги-Ваги. Вот им я и прогнал их всех. Пап, ты уверен, что они ушли из нашей деревни? Конечно, уверен. Слава богу. Пойдем забирать машину. Даня, что делаешь? Да ничего, сижу, играю. Во что ты там все играешь? Нам надо дела делать. Да человек за окном. Какие дела-то? Ой, все, сворачивай лавочку. Бабушка с дедушкой скоро приезжают. Надо дом подготовить. Пошли. Почилить спокойно не дадут. Иду, иду. Даня, хватит залипать уже. Да подожди, сейчас катку доиграю. Сейчас врежешься. Сейчас подка.
контролем. Под контролем идет все. Пойдем. Иди посиди наверху, я сейчас жалюзи повешу и приду. Окей. Орешь, если я чуть по пальцу не ударил. Пап, там человек за окном. Какой человек? Сосед, что ли? Да какой сосед? Да вот этот из игры страшный. Да вон он, посмотри в окно. Дамик, да нет там никого. Не мешай дела делать. Да как нет-то? Может, показалось? На кухне лучше посижу. Чего опять на этот раз? Смотри! Это что такое? Я же тебе говорил, это человек за окном! Да какой ты человек за окном, Дамик? Это монстр какой-то! Монстр, просто эта игра так называется! Дамик, пошли на второй этаж, там спрячемся. Только не попадайся ему на глаза. Бежим быстрее наверх! Алло, да, дед? Алло, Жень, дверь откройте. Какую дверь? Ну, какую? Вы где? У бабушки дома. Ну, и я здесь. Стучу в дверь, вы мне не открываете. Я уже задубела, быстрей! А, это ты там, что ли? Давай, сейчас откроем. Дамик, это мама стучит в дверь. Пойдем откроем. Вы издеваетесь, что ли? Я тут задубела стою. Алис, прикинь, как-то ночью я играю в Poppy Playtime. И тут в моей комнате появляется Хаги-Ваги. Что, прям в реальности? Да. Ну а ты чего, не испугался? Кто? Я? Да нет, конечно, я взял в нёс и в него. Ну да. Вот у меня была история. Ложусь я как-то спать ночью. Ворочусь, и тут открывается дверь. Что? И кто там? А дверь открывает Хаги-Ваги. Подходит ко мне, будет меня. Я открываю глаза, и это настоящий Хаги-Ваги. Да ладно, чё, реально? Да, Дамик, нет, конечно, я тебе этих историй миллион расскажу. Давай. Пошли вниз, там наши папы. Пошли. Пап, нам страшно. Идите с нами.
Опять, наверное, страшилки друг другу рассказывали. Ну да. Ладно, пойдем к вам. Да отойдите вы в сторону, что вы тут... Кого там высматриваете это все? Это вы тут кубики, что ли, оставили? Нет, не играли. А, ну это, наверное, этот радужный друг синий из Роблокса. Конечно, ага. Пойдем. Ну чё, научить тебя играть? Сейчас мы посмотрим, кто кого. Пойдем. Лови легендарочку трехочковую. Смотри, как надо. Игроки. Мальчишки, ну что, скоро домой? О, девчонки, привет, давайте с нами. Да легко, Динара. Да ты что гонишь, я со школы не играла. Да мы их сейчас сделаем, пойдем. Мальчик, мячик кинь. Чё, да ты только борщи умеешь варить. На, покажи. Мама, погнали! Чё это было? Это была случайность. Мальчики, не плачьте! Поздравляю, вы в ловушке.
за крик? Что это такое? Смотрите! Дамик! Ты чего натворил? Чего? Да какой сиреноголовый? Чтобы освободить себя, нужно забить каждому трубочку с одной попытки. Чего? Ну, сколько? А что делать? Надо играть, иначе мы отсюда не выйдем. Без промаха? Да. Ну давайте попробуем.